Хорошо. Пиши. Всем привет, друзья! Что, ждали гараж? Вот новая серия моего гаража. Сегодня мы будем делать, ну вернее я уже сделал, заземление гаража и вентиляцию. Я вам расскажу, как я сделал. И если вы тоже думаете делать себе вентиляцию или заземление, вы посмотрите, сделайте свои выводы и сделайте так же или лучше. Есть некоторые нюансы, некоторые моменты с заземлением в гараже, по крайней мере. Я вам их расскажу. Ну и вообще посмотрим, что, короче, я сделал. Итак, начнем с того, что мне поставили вот такой счетчик. Счетчик самый обычный. Для подведения света в гараж я использовал кабель SIP4/16. Обычный алюминиевый кабель, он везде используется. Тут такого ничего нового нету. То есть самый обычный кабель, вот он. Через гофру завели в гараж. Вот, и обычный счетчик. Пакетники в счетчике стоят 16-амперные. Далее будем заменять на 25-амперные. Выводить далее 3 пакетника по 16 ампер. Ну, это уже будет в ролике про электрику в гараже. И, в общем, вы это все посмотрите. Я не понял. Ну, очень интересно. Вот у нас кабель заземления. Сейчас я покажу. Вот у нас кабель заземления. Заземление уже подведено. Но для того, чтобы подвести заземление, вам нужно за гаражом, не в самом гараже, а именно за гаражом, прорыть траншею, прокопать ямку как минимум 20 сантиметров вглубь, лучше больше, ну хотя бы 1,5-2 штыка, вот скажем так. Прокопать внутрь, забить 3 штыря минимум по метру, лучше 1,5 метра вглубь, обварить их пластиной, ну желательно 40-кой или 50-кой, тут уже как вам будет выгодно по деньгам. Обваривайте треугольник пластинами, потом далее делайте, обвариваете пластины от треугольника и подводите их к ближе к гаражу. Потом мы завариваем болт на конце пластин. Ну, вы уже все видите, я сейчас все вам покажу. Завариваем болт и прикручиваете кабель заземления. Кабель я использовал PV3 10 диаметра, медный. Это стандартный, недорогой, хороший кабель, который используют все электрики, ну или большинство. Он идет идеально для заземления дома или гаража. Есть один важный нюанс. Я изначально хотел заземлять гараж в подвале. Этого категорически нельзя делать, потому что если вы будете делать заземление у себя в подвале, у вас в подвале будут гулять блуждающие токи, как я понимаю, блуждающее напряжение, скажем так, и у вас все в гараже и в подвале будет гнить и покрываться ржавчиной, и короче, всем вашим электроприборам наступит благополучно жопа. А также может ударить вас током. Случайно, ну или не случайно. Но если у вас нету выхода и вам нужно рыть заземление именно в гараже, в подвале с треугольника, я правда не представляю, как вы будете забивать эти штыри, блин, вглубь на 1,5 метра в 1,5-метровой яме. Но хотя с перфоратором, ну или с медными штырями, как делают это в домах. То есть такой нюанс. Заземление делается очень легко, тут ничего тяжелого нету. Просто берете лопату и благополучно копаете. Потом все свариваете, в треугольник делаете контур. На видео все видно. Если у вас будут какие-то вопросы по заземлению, пишите мне. Я буду рад на них ответить. И вообще пишите, как вам заземление, что вы про него думаете. Но учтите, что это заземление под обычный гараж, это не под дом. То есть я понимаю, что если под дом делать заземление, то оно должно быть немножко глубже и немножко получше, скажем так. Для гаража, я уверен, этого хватит с головой. А сейчас погнали в нашу яму, я вам покажу вентиляцию и посмотрим наглядно. Что же касается вентиляции, у меня была дыра в фундаменте с правой стороны ближе к воротам. И вот я благополучно всунул в эту дыру вот такую вот трубу. Вот, и это у нас одна часть вентиляции. Отсюда воздух будет поступать. А вот эта труба уже идет на выдув. Она находится в задней стенке, возле задней стенки слева. И дальше вы увидите, как я вывел ее наружу. Как ее сделал? Продолбил дыру в бетонной плите, засунул трубу через колено и вывел ее наружу. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Вот мы находимся у задней стенки. Вот наша труба, которая идет на улицу. Вот так я вывел ее через колено. Тут колено, потом дальше труба, там колено. И погнала наша вентиляция на улицу.
Ну и вот мы находимся снаружи, с задней стороны гаража. Вот наша вентиляция, вот наша вентиляционная труба. Она выходит с коленом именно с того места, откуда я вам показал, внутри. И она вот выходит на 2 метра в высоту. Как я понимаю, вентилироваться все будет очень хорошо, так как верх поднят как минимум на 2,5 метра, а низ у нас находится в фундаменте. То есть вдув внизу, выдув вверху. Ну, если я ничего не путаю, опять же. Вот такая у нас вентиляция. Для вентиляции я использовал обычную пластиковую трубу для воды. Колено также использовал обычные пластиковые колена. Это выходит дешево и сердито. Тут воды никакой не должно быть, тут просто будет выдув и вдув воздуха. То есть, типа, ничего такого особого придумывать не нужно. Взяли трубу, вбили, все сделали, вывели вентиляцию, забили вот таким вот шпильками. Шпилька, труба, кстати, 110-я идет, шпилька на 8 и дюбель на 12. То есть забили, все тут сжали, все хорошо держится, все плотно, сильно, классно. Вообще, изи каточка, Вася. Четко. Получается четко. Нажимай лайк, если тебе это нравится. И можете также у себя делать вентиляцию с такой трубы. Пока что все просто. Ну, очень непросто, правда, было запихнуть трубу в колено, потому что там стоят уплотнительные резинки. И, короче, это было очень печально и очень сложно. Но мы почти справились. В общем, вот такая у нас вентиляция. Я думаю, вам понравилось. Далее я буду перекрывать крышу рубероидом, наверное, и делать электрику. Кстати, я вам говорил в прошлом видео, что у меня крыша перекрыта. Но нет, она нифига не перекрыта. То был рубероид с соседнего гаража. То есть у меня крыша просто залита там небольшим слоем бетона. Нужно перекрывать с нуля. Но это, возможно, и хорошо. Перекрывать я буду крышу рубероидом, наверное, я не знаю. Еще подумаю. Вы пишите свои комментарии, что вы советуете, чем перекрывать крышу, как делать электрику. Хотя по электрике мне один подписчик очень умный, который разбирается, мне уже посоветовал. И я уже примерно разобрался, как делать электрику. И вообще, пишите комментарии, что вы думаете про вентиляцию, что вы думаете про заземление. И свои советы или пожелания по поводу гаража. Я все читаю, все смотрю, и мне очень-очень интересно. Пишите, как можно сделать пол в подвале выше стяжки, например. Вот я залью стяжку, а дальше чем можно покрыть пол. Также пишите свои мнения, как можно сделать хорошо, недорого и тепло отопление. Поставить буржуечку или там, например, панели какие-то поставить. То есть все свои идеи пиши. Короче, пока. Пишите все свои идеи, потому что меня сейчас ветер убьет. Всем спасибо за просмотр. А, ветер оттуда дует. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Жду ваших комментариев. Делайте лайки, не делайте дизлайки. Пока.